Христова мученица Епихария жила в Риме в царствовании императора Диоклетиана. Во время гонений епарх города Кесари приказал схватить ее и привести к себе на суд. Правитель всячески пытался склонить Епихарию к принесению жертвы римским богам, уговаривал отречься от Христа. Но даже угрозы Кесария не повлияли на святую, которая с твердостью и мужеством исповедала Христа Спасителя единственным истинным Богом. От злости епарх обратил свои угрозы в действие. Святую деву подвесили на дереве и рвали ее тело железными крюками. Затем стали избивать Епихарию оловянными молотками. Но тут по молитве мученицы с небес спустился ангел Божий и поразил мучителей. Тогда святая была обезглавлена. Мученическая кончина ее последовала в начале IV века. Десятое октября. День памяти святой мученицы Епихарии Римской.